день. На сегодняшнем уроке мы разберем с одной стороны работу с пальцами ног, с другой стороны относительно попробуем растягивать поясничную, подвздошно-поясничную мышцу и переднюю поверхность бедра. И почувствуем, как мы ощущаем себя в положении с опорой выпада. Значит, что важно? Этот урок из серии «Сила и гибкость». Если вы испытываете напряжение, если он для вас тяжелый, вернитесь на шаг назад на более простые упражнения. Что нам нужно сделать? Для начала нам нужно встать в положение выпада с опорой на колено. То есть мы становимся в такое положение, когда у нас коленочка точно под пяточкой. Желательно, чтобы у вас под пальчиками была мягкая опора, не жесткий пол. И если вы хотите чуть больше поработать с удлинением поясничной мышцы, значит вы уходите, бедро уводите чуть дальше. Если это положение для вас некомфортное, вы становитесь в положении более высокого угла. Значит, что мы делаем? Мы опускаем корпус ровненько на бедро. То есть у нас таз, мы полностью поворачиваем таз и опускаемся вниз. Находим удобное положение. У нас есть ручки для того, чтобы первое время смотреть за равновесием нашим, помогать. И наша задача — поднять пальчики ног и приподнять голень, потянуть на себя. При этом у нас не должно произойти качка назад. То есть если вы поднимаете пальчики, поднимаете голеностоп, тянете на себя, мы растягиваем икроножную мышцу, и вам для этого приходится чуть-чуть качнуться назад, это говорит, что нарушен баланс между передней и задней группой мышц, относящихся к голени. И желательно поработать с тем, чтобы этот баланс восстановить. Итак, делаем упражнение. Пальцы, голеностоп. Мягко, не отрывая корпус, мы прижались к нему. Чуть-чуть уходим назад, до того положения, где вам комфортно. Мягко вперед. И вот теперь мы прижимаемся всеми подушечками пальцев. Видим, что каждый пальчик в контакте с полом. Каждая ногтевая пластиночка смотрит в потолок. И поднимаем пяточку вверх. Мы укорачиваем группу икроножных изгибателей. Вниз опять пальцы. Голеностоп мягко. Качнулись. Ушли вперед. Прям смотрим на свои пальчики. Толчок. Смотрим, чтобы каждый пальчик остался в контакте. Вниз. Опять. Назад. Вернуться. Нажать на пальчики. И толкнуть с опорой на пальчики. Очень хорошо. И медленно, не спеша, садимся для того, чтобы сравнить, а что-то поменялось в наших ощущениях. Посмотрите, подколенное пространство, соприкосновение бедра, и нет ли ощущения, что одна ножка стала длиннее, чем другая? И в положении сидя стало ли вам удобнее в опоре на одну ногу, то есть когда вы сидите на седалищных буграх? И теперь меняем наши ноги. Выводим другую ножку вперед, следим за тем, что обязательно у нас коленочка под пяточку. Ложимся, то есть нам должно быть удобно, то есть у нас хорошее положение, ровный таз. И смотрим, а с этой стороны как работает стопа? Пальцы и голеностоп. Не надо ли качнуться назад? Очень часто эта группа мышц укорочена. Качнулись назад, вперед. Нажали на пальчики, увидели все подушечки. Вверх икроножная включилась. Смотрим, как мы управляем. Опять пальцы, голеностоп. Назад. И еще разочек. Если получается, можете уже убирать опору вниз, то есть вы продолжаете уже балансировать в этом положении, то есть вы хорошо чувствуете опору. И последний раз. Толкнуться и назад. Отлично. Убираем ногу и садимся. Вот это упражнение, которое с одной стороны показывает, насколько у нас подвижны пальцы, подошвенные флексоры, голеностоп, насколько растянута икроножная и включена передняя большеберцовая. Это будет все влиять на положение, на вашу осанку. А также, с одной стороны, мы работаем с гибкостью, потому что мы потихонечку готовим себя к наклону вперед. Желаю успехов в освоении собственного тела!